Здравствуйте, дорогие друзья! В Израиле наконец-то ослаблен карантин, и мы решили посетить наш любимый пляж на Шалем. Пляж находится на севере Израиля, примерно в 20 километрах к югу от Хайфы. Найти этот пляж не представляет абсолютно никакой сложности. Допустим, если вы едете с юга Израиля на север, в сторону Хайфы, по 4-й трассе, то вам надо сразу после перекрестка Фарадис повернуть налево, первый поворот налево, и все, вы в 5 минутах от пляжа. Все время прямо вы упираетесь в пляж. Рядом с пляжем есть большая стоянка. Как раз сейчас ее ремонтируют, она не очень удобная стала. Ну, я надеюсь, в ближайшем будущем закончатся работы, положат новый асфальт, и все станет очень удобно. Посещение пляжа совершенно бесплатное, вход бесплатный. На пляже есть навесы, туалеты, раздевалки, душевые. Есть небольшая кафетерия, можно покушать, скушать мороженое. Есть небольшой магазинчик, продают всякие мелочи, вкусняшки. По моему личному мнению, пляж больше всего подходит для отдыха семей с детьми. Очень мелководные лагуны, теплая вода. Дети купаются с большим удовольствием, мелко, нету течений. Ну, замечательное место для отдыха с детьми. Также рядом с пляжем есть туристический центр с небольшими домиками на сдачу. Никогда в них не был, не видел, ничего про них рассказать, к сожалению, не могу, но снаружи выглядит довольно симпатично. Также где-то порядка 150-200 метров от пляжа есть гостиница, тоже, к сожалению, они ничего не знают. Снаружи выглядит хорошо. Сам пляж песчаный, песок мелкий, очень приятный. Из необычного можно отметить мелкие рыбки, которые плавают в воде, и ощущение, как будто ты находишься в аквариуме. 5 лет мы посещаем этот пляж с нашими детьми, детям очень нравится, и ничего лучшего для отдыха с детьми за последние 25 лет в Израиле я не нашел. Для любителей поплавать этот пляж, конечно же, не подходит, он очень мелкий, море здесь очень мелкое, но если кто-то хочет провести хорошие выходные и порадовать своих детей мелким спокойным морем, то лучше места в Израиле я не знаю.